О, красиво. Красиво. Всего-навсего прыжок со сменой ног, но она успела в шпагат сделать. Сальто вперед, группировочка. Пока стоит, пока видит бревно. Сальто вперед, прогнувшись. И прыжок. Конечно, надо было чуть поменьше паузу. Но засчитаю, за связку засчитаю. Конечно, уж не совсем такие там любимые. Видишь, как здорово она это сделала? Приземляется отлично. Да, она цепляется прям, не знаю, какими там лапками, пальчиками. Все-таки здесь у небольших гимнасток есть преимущество. Ниже центр тяжести, конечно. Центр тяжести ниже, и стопа не настолько большая, например, чтобы... Большая стопа удобна на бревне, там ее обхватывать можно. Вот эти все, да, как щупальцы, именно. Когда ты работаешь на этом снаряде, там все идет в пользу. Площадь опоры больше. Да, конечно, конечно. Главное преимущество низкорослых, что у них центр тяжести ниже. Как-то высокая гимнастка ходит. Но если вспомнить Свету Хлопкину, она была очень длинноногая и высокая, и она подходящая работала на бревне. Молодец!